Спорт в народ. 20 июля в Чувашии пройдет День спорта и здоровья. Он проводится ежегодно с 2014 года. В этот день республиканские и муниципальные спортивные учреждения, а их в республике около 4000, предоставляют бесплатные услуги. Спортплощадки, бассейны, тренажерные и фитнес-залы ждут любителей активного отдыха. Лучше записаться заранее. Вся информация есть на сайтах профильного ведомства и спортивных и физкультурно-оздоровительных школ.